Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 21 декабря, Православная Церковь совершает память мучеников 62 иереев и 300 мирян в Африке от ариан пострадавших. Эти святые мученики жили во времена Зенона, царя греческого, когда Африкой правил по смерти отца своего Гензериха Гуннерих, арианин по вере. По совместному совещанию с единомышленными ему епископами, арианами Кириллом и Видимандисом, он воздвиг на православных столь жестокое гонение, что превзошел времена Диоклетиана и Максимиана. По всем подвластным ему городам и странам он разослал 15 тысяч воинов. В это время православные собрались как-то в одну церковь и совершали там тайно божественную службу. Узнав об этом, варвары, тайно обнажив мечи, усекнули всех верующих, воспевающих и славящих Бога. Так они действовали, исполняя повеление Гуннериха внезапно убивать всех. Таким образом, 300 человек, утвердившихся в истинной вере и отказавшихся мудрствовать по-ариански, было усечено мечом. Священники же были воспламенены еще большей ревностью о православии и зато пострадали еще более. Два из них были сожжены. 60 же красноречивейшим из них были изрезаны языки от самых развилин. После того они развеялись по всей земле греческой. И вот на них явилась великая чудодейственная сила Божия. Лишенные языков, они дерзновенно проповедовали, ясно говоря и рассеивая лжеучения арианские, так что все видевшие и слышавшие их приходили в изумление. И они исповедали пред вандалами Сына Божия Единосущным Отцу. В то же время в Риме жена градоначальника римского Сунильда, недугоствовавшая арианскую ересью, принуждала жену некоего вельможи римского по имени Анфису принять арианское крещение, но не могла убедить ее и в ответ слышала лишь, что она водою и духом крещена епископом Медиоланским Амвросием. Тогда Сунильда в гневе сожгла святую Анфису. Муж святой мученицы пришел в страх, добровольно пошел и крестился ариевым крещением. Вскоре после этого он желал покататься, сел на коня. Но во время поездки, когда он находился напротив городской церкви, вдруг на него ниспала молния и зажгла его. Он был низвержен с коня и сгорел. Так совершился над ним суд Божий прежде будущего, вечного огня гиенского. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых преподобного Потапия Фивского, преподобного Кирилла Челмогорского, апостолов от 70, Сосфена, Аполлоса, Кифы, Тихика, Епафродита, Кесаря и Анисифора, мученицы Анфисы в Риме, священномученика Сергия Орлова, пресвитера. Всех, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем тезаименитства. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи Божией во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето.